В начале прошлого века каждая швея мечтала о швейной машинке «Зингер». Тогда она стоила баснословных денег. В экспозиции музея «Столярная мастерская» можно увидеть две машинки «Зингер». Одна предназначена для пошива одежды, другая – для пошива обуви. На них крупными буквами выведено название фирмы. Американская компания «Зингер» была основана Исааком Зингером в 1851 году и вскоре стала крупнейшим производителем швейных машинок. А вот в России поставлять швейные машинки стал не немецкий филиал компании, открытый в Виттенберге. Едва появившись в России, машинки Зингера стали пользоваться огромным спросом. Он был настолько велик, что к началу 20 века фирма открыла в стране более 3000 магазинов. Чтобы удовлетворить всех россиян, желающих приобрести швейную машинку, транснациональная корпорация Зингер построила завод в подмосковном Подольске. Спустя 11 лет рабочие предприятия стали собирать из оригинальных немецких запчастей по 600 тысяч швейных машинок ежегодно.